Василий Васильевич, сказать что-то хотели? Трепанируйте дальше, Борис Петрович, ведь вы же хирург. Добрый день. Сегодня я хотел посвятить свою программу первому заместителю министра просвещения Дмитрию Глушко, но, увы, как раз сегодня его на своем посту сменил Александр Бугаев, который последние 4 года занимал должность руководителя Федерального агентства по делам молодежи, то есть Росмолодежь. Интересно то, что новый первый заместитель Кравцова опять не из сферы образования. Он окончил факультет технический сервис и АПК, где готовят специалистов по организации технологий технического сервиса, экономики управления техническим сервисом, а также готовят инженеров по обслуживанию машин, по переработке сельскохозяйственной продукции. Вот такой вот первый заместитель у Кравцова, теперь специалист по сельскохозяйственной технике. Ну, будем словом теперь пахать. Но кроме этой новости, меня привлек еще один сегодняшний пресс-релиз министерства, где снова речь пошла об учебниках истории. Здесь говорится, выполняя поручение президента, вместе с проверкой учебников по истории, Минпросвещение России провело отдельную проверку учебных предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. Было проанализировано более 2500 рабочих программ по предмету «История» для старших классов, то есть полный объем программ указанных школ. Пользуясь поводом высказанных претензий президента к учебникам, Кравцов со своей командой решили заодно навести порядок и проверить учебные программы школ. Тех, которые Рособорнадзор своей, по сути, незаконной, поскольку нет такой классификации в законе об образовании, волей назначил шнорами, так называемыми, то есть школами с низкими образовательными результатами. Что это за титул и чем он грозит школе, тема отдельного рассказа. Но главное то, что теперь, как мы видим, эти школы настоящие козлы отпущения. По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления. Более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергском процессе и Токийском процессе и ряде иных важнейших для сохранения исторической памяти событий, говорится в пресс-релизе. Можно подумать, что школы писали свои программы, не опираясь на учебники, утвержденные Министерством просвещения. Но я вообще не представляю себе такой возможности. На практике все просто берут те самые учебники и стараются от них не отходить ни на йоту, чтобы не дразнить проверяющих. Но то, что крайними после слов президента окажутся школы, я почти не сомневался. Ну, честно. Контроль за деятельностью образовательных организаций со стороны Минпроса и Рособорнадзора бесспорно надо повышать. Конечно, что же еще делать, коли такие плохие учебники, заметил президент. Чиновная логика, она особая, ее надо понимать. Я решил уточнить у своего коллеги, учителя истории Иннокентия Гресика, а собственно, чем же провинились школы-то опять? Ну, отличное министерство. То есть мы сейчас кого-нибудь накажем за то, что мы сами не сделали. То есть, где эта примерная программа? Ну, у любого бедного учителя, значит, в разных регионах эта ситуация по-разному, ну, я там с красноярцами разговариваю. То есть, когда нужно создать программу, особенно когда у тебя появляется новый учебник, тебя обязательно на это дело нахлобучат, и ты, в общем, бегаешь. То есть, потому что завучу нужно, чтобы была какая-то фишка. Вот в Питере это АПО, например. А вот это там где-то их добываешь. Вот на фоне этого всего тебе и нужно создать программу. То есть учителя, которые берут примеры откуда-то, это же все кто-то с кем-то чего-то как-то согласовывает на самом деле. То есть нет возможности у учителя создать эту программу из башки. У него вместе с башкой снимут и все. Не знаю, может быть, какие-то анархисты есть в каких-то регионах, но я лично таких не знаю. То есть... они теперь займутся просвещением, повышением квалификации. Да, они сейчас начнут настраивать, там же сказано, что усилить контроль и, соответственно, обучать учителей делать правильные программы. Вот. А зачем их обучать делать правильные программы? Вот они там обещают разработать новые программы с привлечением ведущих научных коллективов. Кого еще кому учить? Сделайте программу, отдайте ее в страну. Кто виноват в том, что Министерство просвещения нашло сейчас в программах какие-то перекосы? Так Министерство просвещения виновато? То есть оно дало неизвестно что? Или покажите, где они лежат, только покажите в архиве.
На что ориентироваться учителю, чтобы создать тематические Ну, они тебе ответят. У вас же есть методические там сотрудники, методические центры, методисты, завучи. Так а что они не методические центры-то проверяют, что они к школам-то приставят? Это и надо идти по методическим центрам. Чего там, чем люди занимаются? То есть, вот пока президент носом не тыкнул, они не знали, что у них вон 2500 рабочих программ. Кривые и косые, да. Которые учителя на самом деле не сочиняют. Не, методисты сразу скажут, если это учитель, значит он должен быть методистом. Я в министерство еще писал в свое время, дайте разъяснение, должен ли учитель быть методистом. Что ответили? Потому что, ну, мне ничего не ответили. То есть вот тогда мне многие министерства отвечали, Министерство культуры, например, четко давало ответы. А эти сказали, мы соберемся на заседании и обсудим этот вопрос на попечительский совет, а потом его разогнали. Главный вопрос, а тогда зачем методисты, если все учителя должны быть методистами? Учить методистов, чтобы они... Да, что они должны делать? Проверяли методистов? Нет, они писали программы, а методисты проверяли эти программы. А потом министерство приходит и проверяет уже мимо методистов, да, то, что методисты напридумывали. Нет, то, что, ну, учителя напридумывали, а методисты подтвердили. Ну, они просто, учителя все плохие, они методистов, да, обманули. Конечно, учителя... И министерство просвещения тоже обманули. Они там придумывают, да, все, свои программы, да, из Одессы и Севастополя. Специально они это делают. Ну, точно. Решение есть. Все, они будут разрабатывать новые программы с привлечением научных коллективов. Правда, почему-то они говорят прежде всего для 5-9 классов. То есть проверяли они 10-11. Подожди, а 5-9 классы прежде всего, а там Сталинградская битва есть вообще? Там нет Великой Отечественной войны. В 9 классе заканчивается все 19 веком. Поэтому опять тоже. Ну, министр не в курсе по программе. Поэтому да. Вот они проверили. Теперь они срочно создадут то, чего они не проверяли. Может быть, это уход от проблемы такой специальный. Может, еще что-то. Я не знаю. Вот. Планируется предоставить уже к началу нового учебного года. Ну, посмотрим, что они там составят нового учебного года. Только не надо им заниматься. Надо, передайте им кому-нибудь, там добрые люди. Не надо заниматься повышением квалификации в части разработки программ. Ну, не надо. Дайте программу просто и все. Хорошо, давай будем считать, что это наш наказ министру. Да, да, слезница. Ну, на челобитную я не пойду, но слезница перед... Будьте любезны. Ну, словом, мы сформулировали народный наказ Министерству просвещения. Разрабатывая программу, вы, собственно, вот этим и ограничитесь, пожалуйста. Вот разработайте, доведите ее до школ. Пусть она будет одна, единая, правильная, выверенная и рассчитанная на соответствующую нагрузку по часам. И вторая очень важная просьба. Не отвлекайте учителей всякими иными мероприятиями, кроме учебных часов. Пусть учат дети те ту самую единую и правильную программу, которую вы нам пообещали сделать. Но правда, сделайте, постарайтесь ее сделать все-таки на весь цикл. Не только с 5 по 9, а еще и на 10-11. Как раз по темам, которые не понравились президенту. А то странно будет, да? До встречи.